Так, давай сделаем следующим образом. То есть я говорю про себя конкретно то, что я уже знаю, как работают этим. Как это называется? Да? А здесь нам говорит как кейс. Поэтому предлагаю сделать и то, и то. То есть одни и те же переменные, но разные подходы. Так, давайте откроем наш этот. Это я все закомментировал, это нам больше не надо. Поэтому давайте мы сначала сделаем по-моему. Смотрите. Так, поехали. Let boundary. Равняется. Так, это prompt, а prompt мы... Поэтому здесь давайте укажем... Так, а нам же нужен список этих, как это называть, стран. Так, а если список стран, как он там порекомендовал? Россия, США, country. То есть он предлагает создать вот такой список, да? А потом через консоль лог уже дает список. Все, я понял. Тогда мы так и сделаем. Тогда переменную мы не делаем. Это бессмысленно. Так. Это первое. Дальше мы создаем сразу функцию. Название, как у них, candring. Ну, candring. А почему он так сделал? А кан? Кан не знаю. Ладно, пофиг. Кан дринк. Далее задаем два наименования. То есть две переменные. Это будет age и будет country. Отлично. Дальше нам нужно сделать следующее. Давайте мы будем использовать if-else. If-else. Вот так вот. Здесь необходимо сделать следующее. Так. Значит, нам же нужно два условия здесь сделать. То есть, другими словами, нам нужно проверить, если age строго равняется... Не так, не строго равняется, а меньше или равно 18, да? Тогда и country пусто, пусто. Кстати, надо тоже уточнить. Нам же нужно еще проверить, сделать проверку на то, что поле будет не пустое, верно? То есть мы здесь можем это указать. Так. Я вот так сделаю, а потом попрошу сделать с большой буквы. Ну, то есть запрос сделать с большой буквы. Он же мне ошибку выдаст, верно? Это тоже надо проработать. Так, значит, давайте мы здесь комментарий будем оставлять. Первое. Это... Так, запрос с большой и маленькой буквы. Это первое. Дальше. Не пустое поле. Так. Хорошо. Дальше. Андрей. Строго. Хорошо. Давайте сделаем за большую букву. Угу. Тогда мы выдаем. Подождите, а вот сейчас-то я думаю, каким образом сделать if else. Тогда мы выдаем вам нет 18. А вы не сверх.
Феномен. Хорошо. Если... А что нам мешает сделать вот так? Если h больше или равно 18, да? И сделаем совершеннолетний. Все правильно. Так, хорошо. Все правильно. Хорошо. Теперь давайте мы просто проверим. Задаем функцию, то есть can ring, да? И здесь задаем параметр. Пусть будет 18, запятая, Россия. Что-то не то я делаю. Делаем так вот. Лог. Интересно, а так сработает, нет? Выпустите. Он ошибку выдал, то что Россия не найдена. А, ну логично. Что-то я туплю. Нам же нужно кандринг. Кандринг. Все, я понял, в чем моя ошибка. Вот так должно быть. Проверяем еще раз. Ошибку. России не найдено. Да, вот так и должно быть. Еще раз проверяем. Undefined. То есть он не понял и выдал ошибку о том, что ни хера не работает. Он вывел undefined. Почему? Давай-ка мы пока вот это уберем. Да? По дефолту он будет, но его здесь не будет. Так, а если мы сделаем 19? Ну, вот так вот. Просто проверим. То есть, другими словами, информации не передается. 19 лет и страна Россия. Прошу прощения. Значит, проблема не в этом была. Это немножко закомментируем. Я хочу просто проверить, что не так. H меньше или равно 18. И country строго равно. Давай все-таки спросим, где моя ошибка. А что-то я вроде все правильно сделал, но не могу понять. Поэтому, когда вызываете контроль лог, он будет так. Ага. Сначала вы проверяете, что возраст меньше 17 России. Затем внутри этого блока вы проверяете возраст. Был сделать. Ну, давайте тогда функции кандринг. Это мы все правильно сделали. Дальше. Country Russia. А, ну правильно, мы же сначала страну проверяем, да? А уже вот тут
мы будем проверять, если h меньше 18, тогда возвращаем вы несовершеннолетний. В противном случае не надо. Что-то я не понял, что это такое. Совершеннолетний. То есть все работает. Так, дальше. То есть он еще предлагает сделать так. Else. Так. Она не учится. Так, хорошо. И тут сразу на как написать 0 undefined. Не пусто. Если мы вот так делаем. Она не учтена в проверке. Вот. Хотя у нас все правильно. Давай мы сделаем вот так. Сохраняем. Как правильно сделать? Я же первый все правильно сделал. Делить на пусто. Ну, если понимаю функцию. Нет, это немножко не то, что нужно. Нет. То есть здесь предлагаю сделать следующим образом. Написать вот так вот, не null, и строка не пустая. Ну-ка, просто проверим.
Хотя... Укажем. Да, то есть есть страна Россия и страна не пустая. Я понимаю, что задание это не надо, но хорошо. Давай попробуем отправить пустое сообщение. Она не учтена. А, значит, все-таки большой маленький различается. Допустим. Ну-ка, а если мы вот это вот не будем делать, да, вот так вырежем, сохраним, и здесь укажем пусто. Может, проверка на сама будет не учтена? Или и я все это бессмысленно делал? Не учтена. То есть, другими словами, мне даже делать так не надо. Ну ладно. Тогда, знаешь, мы еще вот здесь дополнительно. Здесь нам нужно сделать следующее. Else if country USA. Ну, USA. Сделаем так. И делаем так же. Если у них же 21 год, если мне память не изменяет, и еще меньше 21 года, возвращаем. Вы не совершеннолетний. Противном случае. Давайте попробуем вот так сделать. Сейчас он выдаст ошибку, то что... Вот сейчас не понял. Сохранить. А, вот вы совершеннолетний, все правильно. Хорошо, если я, к примеру, укажу USA. Вы несовершеннолетний. Все правильно. Теперь нам нужно приравнять. Так, надо подумать, а каким образом можно приравнять вот эти места? Скажем, мы вот тут, для country использовать тут global case. Вот так. И проверим, если я был прав, то если мы напишем USA, вот так вот, то ошибки не должно быть, и он также напишет несовершеннолетний. Но он напишет, страна не учтена. То есть, другими словами, нам вот тут тоже ноты поменять. И здесь маленькими сделать.
Проверяем еще раз. Сейчас он должен написать, что вы несовершеннолетний. Хорошо. Но если я напишу USA вот так, USA, а он все равно должен написать несовершеннолетний. Значит, это не сработало. То есть в country не упало. Другими словами, нам нужно каким-то образом country интересно, вот так можно сделать, нет? Я это не использовал. Все, назад. Нет, использовал. То есть как бы я скобки-то использовал, значит все правильно. Давай спросим. Что-то я не понимаю немножко. Так, мне нужно весь текст, который будет вводиться в становился маленький. Вот мой код. Вот, где ошибка? А, вот оно в чем дело. То есть нам сначала country нужно переменную создать. Все понятно. Давайте мы вот здесь вот делаем country равняется. Мы делаем let. Проверим. Но если судить по тому, что нам сказал бот, ошибка у нас должна вообще уйти. Она не ушла. Так, country, country to level case. Вот так вот. Давайте еще раз проверим. Вы совершеннолетний. Работал. А если укажем 21 и проверим. Вы совершеннолетний. Все, супер. Отлично. Все, пока завершаем. Чуть позже продолжим. Так. Давайте мы продолжим. Как бы в прошлый раз мы сделали вот такой вот функцию с выбором, выбрали Россию и США, да, и сделали таким образом, что идет проверка конкретно на Russia и USA с маленькими буквами, да, и неважно, как пользователь заполняет данный метод, наверное, метод же он называется, я постоянно забываю, сейчас, одну секунду. Да, метод. Смотрите, я был прав. Данный метод у нас превращает все название, которое выводит пользователь, в маленькими буквами. И дальше идет уже проверка. Не знаю, это или нет, так делать. Да? Я понимаю, что если вдруг каким-то образом будут профессионалы смотреть это видео, они скажут, то, что это вдруг можно сделать лучше. Да? Но, извините, я пока учусь. Продолжим. Теперь давайте сделаем то же самое, но через кейс. То есть, как нам рекомендует чат-бот. Давайте мы сейчас посмотрим вот таким образом. Switch case он называет. Так, давайте мы все закомментируем. Это нам больше пока не надо.
Да и вообще пока не надо. Так. Так. То есть делаем то же самое. Секунду. Там drink. И два параметра. Age и город city, да? А, country. Отлично. Теперь сделаем оператор switch. А, смотрите, даже здесь, видите, он поставил маленькими буквами. То есть я был прав там, когда мы делали. Так, switch. Так, сделаем. Ага. Так, как это работает правильно? Case, return, default. Case, return. А, проект нужен вроде как для того, когда код останавливаться должен. То есть, например, если имеется несколько выборок кейса, да, тогда должен стоять break, чтобы остановить. Но у нас здесь немножко другая ситуация. Давайте мы вот так сделаем, чтобы было все правильно. Угу. Так, здесь нам необходимо добавить переменную country, да, и добавить метод toLevelCase. Вот так. Теперь здесь нам необходимо ввести. В нашем случае это будет красиво. Ссылочка. Красиво. Почему и нет? Да? Break нам в этом случае не нужен. Мы будем использовать return. То есть возврат. Если h больше или равна 18, тогда. А здесь да, нет, да, обычно прописывается. Надо запомнить это. Кстати, удобно. Это интереснее, чем if. Хотя if тоже часто используется. Так, теперь так и так. Здесь сохранить. Отлично. Можете пить. Нельзя пить. Сохранить. Так. Страна не найдена. Здесь, если память изменяет, да, нужно просто указать. Так, здесь мы указываем США, пусть будет на русском языке. США. Так, и тут указываем return, возврат. И больше или равно 21, пусть будет. Тогда. Также делаем можете пить и нельзя пить. Теперь давайте проверим, как это работает. То есть мы, как обычно, вызываем drink, да? И сдаем следующие параметры. То есть здесь нам прям пишут age и country. То есть age давайте укажем 20, запятая. Ну, пусть будет на английском Россия. Сохраните. Теперь давайте попробуем это вызвать. Он у нас выдал ошибку, то что Россия не найдена. Но Россия есть. Вопрос. А, ну да, извиняюсь. Он же я написал как переменную. Вот так вот. Давайте проверяем. Страна не найдена. О, как. Ай. Прошу прощения. Он же здесь делает их маленькими, поэтому он и не находит.
Поэтому здесь мы укажем просто так. Или указано. Да, здесь тоже маленькими указано. Значит, я был прав. Еще раз проверяем. У меня сначала была идея в конце же лог поставить вот тут. Кстати, а если я его поставлю тут? Он и выведет его или нет? Давайте просто проверим эксперимент. Так, лог. Ага. Не цветным. То есть, другими словами, здесь это ставить нельзя. Запомнили. За это спасибо. Так. Тогда вот тут мы напишем лог. И тут нам сюда нам необходимо переместить вот эту функцию. Дублируем. Здесь указывает 16. И указываем США. На английском, на русском. США. Сохранить. Теперь давайте проверим. Можете пить, нельзя пить. Значит, все работает корректно. Считаю, что этот способ немножко поменьше места занимает, да? Да, придется привыкнуть, но смотрите. Сколько здесь кода, да? Вот сколько здесь строчек? 470. У нас получается 17 строк. А здесь у нас 74, 85, 1 строк. То есть этот намного... Как слово подобрать? Намного меньше, что ли, занимает по строчкам. То есть, если код будет довольно длинным, да, то этот вариант интереснее. Но мне интересно, а что делать, если, к примеру, должно быть очень много? Давайте прям спросим. А почему бы и нет, кстати? Слушай, а вот смак 3. Я сделал такой код. Вот. Но что делать, если вариантов более 100 штук? Не делать за 100 строчек. Давайте посмотрим. Мне вот просто интересно. То есть они в массив помещают. Полный список информации, да? Так, а вот смотрите, я тут заметил то, что они помещают не совсем в массив, да? А вот в такие скобки. Смотри, получается, это не массив, так как используются вот такие скобки, а не такие. Давайте посмотрим, что он ответит на это. Пар ключных. Каждый ключ выявляет, является уникальным.
Значит, у нас в JavaScript еще и объекты какие-то есть, да? То есть я знаю, как создать переменные, я знаю, как сейчас работают массивы, да, то есть где информация. Сейчас у нас появляются еще и объекты. Интересно. Главное не запутаться. Блин, ребят, я понимаю, что это детский сад для тех, кто давно в программировании, но мне это интересно, вот честно скажу. Так, хорошо. Считаю третье задание наше выполнено. Теперь давайте будем смотреть четвертое задание. Я очень много написал. А, у нас еще два задания даже. Так. Создайте функцию, которая принимает массив чисел и возвращает объект с тремя массивами. Создайте функцию. Массив чисел. Ладно, это сделаем. И возвращает объект с тремя массивами. Создайте три отдельных массива с помощью метода filter. А после создания всех трех массивов верните их как объект. Верните их как объект. Не, я когда просил потяжелее сделать, я не говорил, что мне новый. Хотел, чтобы мне просто усилили ту, которая уже была. Три отдельных массива с помощью метода filter. Давайте спросим. Покажи пример. Для новичка. Здесь можно цикл использовать. Так, мы будем использовать метод filter для создания трех отдельных массивов на основе этих условий. А после того, как у нас будут готовы все три массива, мы вернем их обратно. Мы вернем их в форме объекта. Вот пример кода. То есть мы создаем функцию, передаем значение переменной number, да? Так, значит, мы создаем константу, сдаем ему эту переменную number, да? Фильтр. Берем метод фильтр. И дальше указываем number в number. Еще раз. Numbers. Number. Number. Но это условие просто пишется. Дальше возвращаем объект с тремя массивами. Return — это возврат. Это название each constant. Название одинаковое, да? Хорошо. И constant number result. В принципе, ничего сложного. Вот честно скажу. Так. Ну что ж, давайте сделаем. В принципе, все понял. Даже мы вот сейчас закроем, и я попробую сделать без этого. Так, значит, создаем мы функцию, которой передаем название, параметры number s, да, получается? Да, все правильно. Дальше
Здесь мы создаем три константы. Так, сейчас я название константы скопирую. Равняется. Ага, все. Хорошо. Так, далее используем метод. То есть мы используем вот эту переменную numbers. Все верно. И здесь мы получается number number. То есть ключ и значение, да, получается, я верно понимаю? То есть ключ вот этот, значение вот этот. Окей. Так. Number. Фильтр. Вот number number. Сохранить. Где number меньше 10. Вот. Теперь здесь давайте мы создадим следующее. Так, numbers. Фильтр. Number number. Да, все правильно. Больше или равно 10. И number меньше или равно 20. Хорошо. И здесь сделаем следующее. Number, фильтр, number, number. Где? На. А, ну да, все правильно. Number, number. Больше 20. Все. Сохранить. Отлично. Мы получили три переменные. То есть мы уже с помощью метода фильтр создали некое подобие массива, да? Интересно, конечно. Возвращаем объект. А, извините. Возвращаем объект с тремя массивами. Нет, все правильно. Это массив, оказывается. То есть фильтр создает массивы. Запомнили. Так. Здесь мы создаем return. И здесь делаем название вот этих переменных. Смотри, какая умная штука. Мне иногда кажется, то что... Сейчас, секунду. То что вот этот редактор и чат-бот берут информацию из одного места. Вот откуда... То, что я хочу убить, да? Сохраняем. И здесь нам необходимо... А, то есть мы константу только снизу пишем. О, как. Обычно же мы константу и переменную сверху заполняем, а потом уже делаем функцию. А здесь, смотрите, наоборот. Ну, ладно. Const. А, нам... Вот так вот. Равняется. Здесь мы создаем числа... Рандомное сделаем так. 20. Сойдет. Сохранить. И второе мы сделаем result. Result. Категория с number. Вот откуда он это знает, то, что я хочу выбрать, скажите мне. Look. Result. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Ну, это реально нетрудно. Я по заданию не сразу понял, что они хотели. Реально? Вот смотрите. То есть мы в этот массив 16 и 20, все остальное, поместили в этот массив. То есть у нас все получилось. Да? Так, ну давайте мы, как обычно, укажем комментарии. То есть создаем функцию. Со значением
numbers. То, что мы позже будем передавать. То есть мы передаем вот это переменную. Так, дальше. Создаем или константу. Вот эту. Через метод фильтр мы новый массив, в котором будут числа меньше. Отлично. Теперь здесь комментарий пишем. Создаем константу. Далее. Через метод фильтр. Вот тут мы, наверное. Мы создаем новый массив, в котором будут числа десяти до двадцати. Так, и последнее. Создаем константу. Так, и через метод фильтр мы создаем новый массив, в котором будут числа от 20 и до бесконечности. Сохранить. Отлично. Тут мы даем return. Надеюсь, это так звучит. Чтобы вернуть значение за пределы функции. Отлично. То есть, сколько надо писать? Значение. Даже не так. Наверное, нам нужно указать вот так. Ключ значения. Создаем константу с числами. Создаем константу result. And result. И присваиваем ему значение функции. Numbers. Вот так. Отлично. То есть мы получили данные, вернули за пределы функции, и дальше к константу result мы присваиваем эти значения, которые в функции. И после выводим. То есть все правильно, все просто. Давай-ка мы сделаем. Так. Я сделал четвертое задание. Зачти мне его.
А давайте посмотрим, как он. Но это я тоже так сделал. Подождите-ка. Return. Number. То есть, подождите, я немножко... То есть, все вот это не нужно было заполнять, так? А все это он выводит в категорию return. То есть, подожди. Давай-ка проверим. Так, вот это мы все копируем. Так, вот это мы комментируем. Угу. И вот тут мы просто меняем. Вот. Сохранить. И теперь давай проверим. Охренеть! Работает! То есть можно было сделать 300... Записывать вот это все? Блин! Запомнили. Я запомнил это. Ладно, возвращаем обратно. Пусть будет как есть. Все, и комментируем. Я запомнил то, что так можно делать прямо в return. Я не знал этого. Спасибо за пример. Очень помогает изучать JavaScript. Так, а пятое наше задание какое? Давайте посмотрим. Создайте функцию, которая принимает два объекта и возвращает новый объект, который объединяет информацию обоих объектов. Имена студентов обеих объектов. Если имена совпадают, измените имя в одном из объектов. Используйте SPED оператор для объединения объектов в один. Вот это я где-то уже видел. То есть они создают два объекта, потом создают третий объект, и в третий объект они делают вот такую штуку. Спрей. Смотри, то есть мы создаем объект, да? Создаем функцию, помещаем туда два объекта. А зачем они сравнивают? Так, подождите, давайте разберемся. Я такое еще не видел. Так, мы создаем функцию, передаем туда объект. То есть объект 1, объект 2. Дальше идет проверка имен. Если объект 1, категория name, то есть значение name, строго равняется объекту 2 name, да, тогда объект 2 name добавляется в ик. Объединяем объект с использованием спрайт-оператора. Вот это я видел где-то. Может такое. Только немножко другое, но видел. Возвращаем return 1, return 2. Хорошо.
После того, как оно возвращается, оно помещается в функцию. То есть студент 1, студент 2, объект. Подождите, ребята, я немножко не понимаю. Смотрите. Тут он передает объект 1. Тут тоже сравнивается, да? Все супер. Здесь как бы объединяется. А тут константа называется студент 1. Студент 2. Константа. А, все, дошло до меня. То есть он создает вот эту константу, приравнивает значение из этой константы и передает два объекта. Студент 1, студент 2. И дальше уже начинается. Все, я понял. Но, честно, я решил бы по-другому и, скорее всего, ошибочно. Но вот я бы точно, наверное, создал объекта, потом сделал третий объект, сделал функцию и поместил вот такую надпись туда. С помощью return. Ну, в принципе, я бы догадался. Это не так трудно, как касается. Ну, давайте, наверное, пишем тогда. А завтра повторим. Пока вы вселяете уровень, я не буду. Я буду повторять до тех пор, пока у меня рука не набьется. Я считаю это правильно. Так, значит, мы создаем функцию. Вот так вот. С объектом. Объект 1, запятая, объект 2. Хорошо. Так, дальше мы создаем цикл. Окей, не цикл, а условия. Если объект 1, если объект 1, точка main, строго равняется объекту 2, тогда... объекта 2 объект 2 категория name равняется объект 2 категория name плюс двойка. Так, дальше мы используем объединение. То есть мы используем return. Объект 1. Объект 2. Все. Вещь все закрылась. Дальше. Теперь нам нужно создать константы. Константы, они идут за... Правильно? Правильно. Константа студент 1 name 2 h 20 course. То есть курс. История. Угу. Так. Создаем студент. И сюда присваиваем значение объекта. Значение объекта. Запомнили. Иван. Сохранить. Специализация. Специализация. Угу.
История Древнего Рима. А, мира. Сохранить. Теперь мы создаем новую константу. Так. Мир. Get. Студент. Match object. Студент 1, студент 2. И все правильно. Лог. Давайте попробуем вывести как раз вот эту переменную. Сохраните. Давайте проверим, что у нас получится. Сохраняем. И у нас выводится следующая информация. То есть, смотрите, он у нас переименовался Иван, как мы и задавали. Да? 20 лет. История. История древнего мира. То есть мы, другими словами, просто объединили. Двух студентов, да? Подождите. Мы объединили двух студентов. То есть, одного студента мы приняли, второго мы послали куда подальше. А в чем суть? Спросим у него. Смотрим. Было два студента с одинаковым именем. В итоге мы объединили их, и у нас получился один студент с именем Иван 2. А другой студент где? Как его? Или он его заменил? Нет, в принципе, если он двойку задал, да, тогда он его не заменил. Но все же, давайте уточним. Так, здесь идет проверка. Давайте проверим, как будет. Вот сделаем, да? И давайте посмотрим, что у нас получится из этого. Найти. У нас выходит name 1, name 2. 2, 2, еще 2. О! Нет, что-то не то. Что-то ты не то делаешь. Ну да ладно. Потом с практикой, я думаю, набью руку. Ладно, давайте мы... Сейчас все это закомментируем, как обычно. Да? Как бы, ребят, мне комментирование помогает запоминать. То есть я прописываю комментарии, прописываю переменные, да, объекты, константы, и у меня рука запоминает это. Ну и глава запоминает. Так, создаем функцию с названием
merge points, да, и значениями. И так, object 1, object 2, все сохранили. Дальше сдаем цикл, сдаем условия. Если значение строки null у object 1 и object 2 одинаковые, то во втором объекте мы к имени добавляем вот так. Так, и давайте мы делаем еще вот таким образом, чтобы у нас все осталось на одном месте. Угу. Возвращаем объект 1 и объект 2. Так. Возвращаем объекты. Пределы функции. Сохранить. Так, дальше. Создаем констант студент. И со значениями. Ну, здесь, в принципе, и так все понятно. Студент 2. Сохранить. Дальше. Создаем переакон станту. Ошибочка. И со значениями двух объектов. Студент 1 и студент 2. Все, отлично. Так, я закончил. Пятое задание. Проверь его и зачем. То есть, смотрите, он мне рекомендует в будущем использовать следующий вариант. Как только мы используем вот этот оператор, как он его называет? Spread, да? Spread. Мы модифицируем оригинал объекта 2 и сдаем ему и изменяем его имя, как бы без его согласия. А он нам рекомендует следующее. Создать новую константу, использовать значение объекта 2, и задать ему, уже новому объекту, новое имя. И уже после этого это имя использовать. Спасибо за рекомендацию. Так. А теперь составь список тем, что мы прошли с
сегодня. Так, давайте посмотрим, что мы прошли сегодня. Так, работа с массивами и числами, создание функций и объектов массивов, использование, получение последнего элемента массива. Так, условные операторы, сравнение, local case, spread. То есть мы познакомились с объектами JavaScript, да? Деструктуризация и присвоение. Что такое деструктуризация? Ну-ка, давайте сейчас я JS. Это особый синтаксис присвоения, присвоить массив или объект сразу нескольким переменным, разбив его на части. А, все понял. То есть мы две переменные и дальше им задаем информацию. Все, я понял, что такое деструктуризация. Разница между массивами и объектами, использование метода фильтр для создания массивов на основе определенных условий. Если у вас возникнут дополнительные вопросы по этим или другим темам, не стесняйтесь их задать. Хорошо. Так, скажу честно. Можешь мне... Не так, честно. Мне сегодня было сложно изучать. И без твоей помощи я бы не разобрался. Подготовь мне задание с комментариями. А, нет, с подсказками. Я не хочу свои знания. Это я задание уже на завтра делаю. Сразу сделаем, чтобы завтра на это время не тратить, и сразу начнем работу. Это вообще как? Слушайте, а какое слово может быть? Замок? Нет, замок и замок — это другое. Ну так, давайте посмотрим, что это за слова такие. Тенет. Интересно. Что такое есть? Ну, я знал, но я не обращал на это внимания, как говорится. Наверное, знаете, как мы сделаем завтра? Завтра будет два урока, я постараюсь. Первый — это будет выполнение этого же задания, да, которое у нас сейчас пишет. А второе — это будет экзамен по всем задачам, по всем темам, которые я прошел. То есть это будет полноценный экзамен, там, порядка 10 задач, и мне нужно будет все это решить. Так что завтра минимум чуть меньше полдня я потрачу на это. Вот меня прикалывает, когда он пишет и останавливается. Что-то додумывает и пишет дальше. Ну ладно, давайте подождем.
Ай-яй-яй. Ну, давайте ждем, пока он второй раз напишет. Так. Ребята, а он мне это другой задание пишет. В том варианте это апперкейса не было. Нет, походу он сейчас перегружен. Смотрите, он прям. Давайте мы все-таки это завтра. Это завтра у него запросим, чтобы он вместе сделал задание. И будем его решать. А пока мы его оставим в покое. Не хочет у нас сегодня работать. Как бы тоже хочет отдыхать. Ладно, все, всем пока. Если хотите, можете подписаться на канал, если вдруг кто-то досмотрел до конца этого видео. Видео большое само по себе. Ну, как бы меня зовут Николай. Если что, пообщаемся.